Сегодня отмечают свой профессиональный праздник украинские военные разведчики. По этому поводу в военной академии провели показательные занятия для первого курса будущих разведчиков. Подробности в сюжете. Будущий разведчик Назар уже был в зоне АТО и поступил в военную академию, чтобы стать командиром и защищать страну. По словам курсанта, разведчиков тут учат всему. Разведчики навчают все по специальности, тобто військова розвідка, далі, поки що перший курс гуманітарні науки, тобто шкільні науки. Багато часу приділяємо фізичному навантаженню. В честь 25-летия военной разведки в Украине в академии провели показательные занятия для первого курса. Сьогодні ми для наших курсантів першого курсу, для тих курсантів, які поступили на наш факультет, зробили на нашому факультеті день відкритих дверей. Показали, відкрили місця перспективно того, де, чим вони будуть займатися 4 роки на нашому факультеті. Показали зразки озброєння, які знаходяться у нас в академії. Вечером вместо обычных тренировок курсантов ждет праздничный концерт. Мария Жадан, Евгений Ячменцев, 7 канал.